Всем привет, дорогие друзья, и вы на канале Мирон. Сегодня я бы хотел озвучить первые отзывы на Джокера с Хоакином Фениксом. Мрачный, радикальный и очень жестокий фильм. На Венецианском кинофестивале состоялась премьера самого ожидаемого кинокомикса этой осени. Первые зрители выразили свои эмоции после просмотра и уже называют картину Тодда Филлипса шокирующим шедевром. Артист уже пророчит золотую статуэтку, он превзошел все самые смелые ожидания. Однако не все журналисты разделяют общие восторги по поводу фильма. Кому-то циничный и депрессивный тон Джокера показался избыточным, а уровень насилия зашкаливающим. И сейчас я зачитаю отзывы людей, которые сходили на как раз этот кинофестиваль в Венеции. Глен Кенни, цитирую: «Если вы всегда мечтали увидеть Хоакина Феникса во всей его актерской мощи, то знайте, что Джокер – апофеоз его карьеры. Он смеется как маньяк, танцует и сверкает, берет в рот что попало и совершает несколько поистине отвратительных и мерзких преступлений. Ближайший аналог картины Тодда Филлипса «Заводной апельсин». Конец цитаты. Терри Уайт, цитирую: «Обезоруживающий, смелый и абсолютно прекрасный фильм. Тодд Филлипс и Хоакин Феникс не просто переосмыслили одного из самых известных злодеев в истории кино, но пересоздали кинокомикс как жанр вообще». Конец цитаты. Аваис Ирфан, цитирую: «Шедевр. Ужасающий и отталкивающий фильм в самом лучшем смысле этих слов. Я просто шокирован, что Джокер существует. И это фильм DC». Да, он именно настолько жуткий и мрачный. У меня нет слов, я в полном шоке. Я совсем не ожидал такого. Конец цитаты. Брэндон Дэвис, цитирую: «Я посмотрел Джокера. Этот фильм не похож ни на что другое. Мрачный, захватывающий, пугающий до мурашек. Безумный шедевр. Это невероятно, какие темы, оказывается, может затрагивать кинокомикс, как может развивать персонажей, как периодически заставлять чувствовать зрителей неуютно в самых неожиданных местах». Конец цитаты. Ну вот, как видите, отзывы на Джокер довольно неплохие, то есть все-таки, в принципе, начиная с 3 октября уже можно будет сходить на фильм. Если вы ждете Джокера, то ставьте лайк под это видео и подписывайтесь на канал Мирон. Всем пока, всем удачи и буду искренне благодарен тебе за подписку.